И в начале выпуска срочное сообщение, которое поступило к нам из регионального управления Следственного комитета России. Задержан подозреваемый в нарушении требований охраны труда, в результате чего 6 человек, в том числе 2-летний ребенок, получили различные травмы. Речь идет о крупном пожаре, который произошел в Пензе в минувшее воскресенье в здании на улице Калинина. По версии следствия, в октябре прошлого года 46-летний житель областного центра организовал в помещении хлебопекарню. Днем 28 февраля при работе с использованием печи, к которой был подключен газовый баллон, произошел взрыв и последующее возгорание. Свою вину индивидуальный предприниматель признал, решается вопрос об избрании и обвиняемому меры пресечения. Все подробности мы планируем получить к вечернему выпуску программы «События».